В следующем году в городе не только продолжится обновление дорог, но и начнется реализация новых масштабных проектов, которые раньше казались фантастикой. В 2021 году начнутся масштабные реконструкции и строительство совершенно новых дорог и развязок. Так, во втором квартале 2021 года должны начать реконструкцию улицы Кресанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Пересечение Кресанова и шоссе Космонавтов будет проходить в два уровня. То есть сама Кресанова, она пойдет в нулях, так как она идет и сейчас. Шоссе Космонавтов пойдет эстакадой над улицей Кресанова. Кроме того, стартует ряд таких важных дорожных строек, как реконструкция улицы Грибоедова от улицы Уинская до улицы Лесная, строительство новой дороги по улице Маршала Жукова. Она должна связать улицу Спешилова с медицинским кластером в Камской долине. Начнется ремонт Октябрьской площади в рамках капитального ремонта Компроса. Начнется масштабный ремонт улицы Ленина. То, что касается узкой исторической части, там, собственно, происходит ремонт без каких-то особых инфраструктурных изменений. Единственное, там, перед перекрестком с улицей Сибирской несколько расширяется проезжая часть для того, чтобы две полосы двигалась, не задерживая движение. В широкой части есть более существенные изменения. Самое главное – это то, что сам профиль улицы Ленина несколько меняется. Вот здесь выведен как раз пример. То есть, во-первых, на улице Ленина появится разделительная полоса для безопасности, и движение будет организовано следующим образом. То есть идет у нас две полосы движения, которые перед каждым перекрестком превращаются в три. Многочисленные ремонты значительно снижают аварийность на дорогах. С 2017 года количество мест концентрации ДТП снизилось с 62 до 10. Мы находим средства как в городском бюджете, так и в бюджетах верхнего уровня. Реализуем национальный проект «Качественные и безопасные дороги». И год от года это приводит к снижению травматизма на наших дорогах, к снижению потери человеческих жизней. Вот если посмотреть на 2015 год и 2020, смертность и аварийность на пермских дорогах сократилась практически вдвое. То есть для нас важна каждая человеческая жизнь. В этом году в городе вновь отремонтирован 1 миллион квадратных метров дорог. В дальнейшем городские власти планируют увеличить этот показатель, тем самым выводя городскую среду на качественно новый уровень. Олег Романов, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.